Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня мы с вами будем рассматривать, что же у меня в холодильнике. Бьюти-блогеры снимают видео, что у меня в косметичке, что у меня в сумочке, а я снимаю, что у меня в холодильнике, потому что я мукбанкер, поэтому посмотрим. Хочу сразу отметить, что специально холодильник продуктами я не заполняла. Это обычный формат моего холодильника, то есть супер, знаете, чего-то здесь нету, то есть икра, не знаю, креветки и так далее. Поэтому я думаю, что будет еще интереснее, потому что не наиграно. Первое, что мы видим на моем холодильнике, это магниты. Когда-то я собирала коллекцию магнитиков, весь, можно сказать, вот эта вот вся вот эта часть была заполнена магнитиками. Открываем холодильник. И что мы здесь видим? Это шоколадки Alpen Gold, так как была скидка, купить 3 по цене 2. Мы с мамочкой купили и положили в холодильник. Без шоколадок я не могу, я очень люблю сладкое, особенно Alpen Gold. Еще мне, кстати, очень нравится с изюмом, но, к сожалению, в акции они не были. Вот прям черный шоколад я вообще не люблю. Это просто для кулинарных штук мамы. Дальше, как вы видите, здесь всякие соусы. Конечно же, сырный соус от Heinz, который я просто обожаю. Вот этот чесночный от Слобода мне вообще не понравился. А Слобода, кстати, дешевле, чем Heinz. Если думаете, какой брать, лучше брать Слобода. Вкус один и тот же, но они в цене отличаются. Здесь хрен мы покупали, когда с Фати снимали видео. Я не люблю хрен. И здесь у нас майонез и кетчуп, конечно же. Здесь, значит, вот такой вот кетчуп, который, кстати, в прошлом видео прозвали шампунем. Реально, упаковочка очень похожа. Это, по-моему, азербайджанское производство. И, конечно же, ну как без этого, две упаковочки на Аль-Шараб. Один уже заканчивается, а второй вот целый. Я очень люблю и с рыбкой, и просто с мясом. С чем угодно кушаю на Аль-Шараб. Обожаю просто сыр-косичку. Это просто моя любовь. Когда я смотрю ютубчик, когда я смотрю какие-то, не знаю, фильмы, монтирую видео, у меня всегда в руках сыр-косичка. Здесь клубничка, хотя в этом году она очень-очень дорогая, но я просто не могу себе отказать в удовольствии. Посмотрите, какая красота. У нас здесь совмещенный мукбанг. Пахнет обалденно, вообще люблю фрукты, могу их кушать сколько угодно, но особенно люблю клубнику и ананас, и поэтому клубника у меня обязательно в холодильнике, тем более в сезон. Вы знаете, что я очень люблю грузинскую кухню, грузинские хинкали, все-все, что у них есть, я просто обожаю вот эту штуку, я не знаю, как это называется, но здесь внутри орешки, здесь такой сиропчик. У нас, слава богу, в супермаркетах продается, в России я никогда не видела, но очень крутая штука. Вспомнила, эта штука называется суджук, даже на ней написано. И относится она к грузинской кухне. Вообще, если из Грузии кто-то меня смотрит, ребят, я обожаю вашу кухню. У вас все, ну просто идеально. Так что у меня вот здесь в холодильнике эта штука тоже лежит. Ребят, ну а как же без йогуртов? Люблю йогурты. Вот это, кстати, Данон не очень люблю. Это мама купила для себя. Она больше Данон любит. А я активе вот всякие фруктовые йогурты. Клубничный. Мой завтрак начинается обязательно с йогурта. Дальше у нас здесь цветные болгарские перцы. Такая вот красота. Раньше ненавидела. Сейчас, ну так кушаю, не прям фанатка. Но часто для кулинарных каких-то вещей, чтобы смотрелось в кадре красиво, именно берутся разноцветные болгарские перцы. Это больше для Айкука, чем для меня. Маленькие помидорки черри. По-моему, позавчера я хотела приготовить себе цезарь, вот тогда спустилась и купила. А обычно мы вообще продукты закупаемся один раз в неделю и все, потом не спускаемся. По крайней мере, стараемся не спускаться, но это просто очень сильно захотелось. Дальше здесь творог 9%. Я творог не люблю, его редко ем, не особый фанат, но мамочка у нас любит, поэтому покупает. Сливочное масло. И твердый сыр.
Твердый сыр у нас часто для пиццы используется, для рецептов, да и вообще просто я могу сделать бутерброды, засунуть это все дело в микроволновку. Кстати, у нас недавно микроволновка сломалась, поэтому этот сыр лежит. Сделать себе такой бутер, не знаю, часов в 3 ночи и счастливо лечь спать. А это сливочное масло. Вообще, в последнее время у меня мама смотрит какие-то передачи про здоровье, и она говорит, что и яйца, и масло надо брать только сливочное, не знаю, яйца только деревенские и так далее. Она подсела на всю эту тематику со здоровьем, поэтому это все у нас лежит здесь. Дальше вот такие вот охотничьи колбаски. Вот так вот они выглядят. Я вообще за любые колбасы, любые, не знаю, сардельки, сосиски, все вот подобное. Обожаю просто. Честно, даже если сравнивать, например, какой-то супчик полезный, да, и просто бутерброд с колбаской, и, например, с вот этим вот сыром, вот этим, иди ко мне, то я выберу вот такой вот бутер и все. Счастливо лягу спать. Обычно я жру ночью. Дальше у нас консервированные огурчики. У меня мама тоже солит, но они у нас закончились. Да и вообще, когда мама солит, она берет крупные огурцы. Это мелкие, и здесь очень много уксуса. Дальше здесь сметана, но это больше для мамы. Я не особый любитель сметаны. Мама какие-то тортики, какие-то блюда добавляет сметану. Я больше, если честно, люблю майонез. Я что угодно могу кушать, и это заправить майонезом, и это сразу становится для меня вкусно. Следующее у нас на очереди — это листья салата. Конечно же, зелень. Это полезно, вкусно и красиво. Люблю оформлять такими листьями блюда, и сразу все становится аппетитненько, красивенько, как в ресторане. Не знаю почему, одно и то же блюдо, я когда сижу в ресторане, мне хочется это есть, а дома я думаю, ой, неохота кушать, не хочу и так далее, да. Все почему? Потому что в ресторане классная подача, классное оформление. То же самое в последнее время я стараюсь делать дома, чтобы все было красиво. Именно помидорки черри для этих целей. Здесь у нас осталось 2 кусочка тортика без выпечки. Ссылка будет в инфобоксе. Без миксера, без духовки, без выпечки. Буквально, не знаю, за 15 минут вы можете приготовить вот такой вот торт с бананами. Обязательно попробуйте, ссылочку я вам оставлю. Переходите, смотрите. Здесь у нас грудка, но это ничего интересного, я думаю. Здесь у нас редиска, помидоры, огурчики, зелень. Здесь у нас морковь и все самое полезное. Больше всего из этого всего я люблю редиску, не знаю почему. Также следующий контейнер здесь, как я уже говорила миллион раз в мукбанках, я очень люблю бананы и киви, сочетание вместе, хотя все говорят, что это не сочетается, получается диарея, проблемы с пищеварением, но у меня все окей, и эти 2 продукта я кушаю вместе, 2 фрукта точнее, и все окей. Очень люблю бананы, и особенно бананы, которые переспелые, которые уже начинают гнить, вот их я очень люблю, когда банан сырой, он мне чем-то напоминает тыкву, и я не очень люблю на самом деле это. Дальше у меня вот такие вот перчики, впервые я их попробовала, когда кушала шаурму в Донаретто, и они положили вот рядом с шаурмой такие перцы. Я сначала не знала, что это такое, просто попробовала. Мне показалось это настолько остро и невкусно, но в последующие несколько раз я опять начала это пробовать. Сейчас просто обожаю, когда делаю себе дома шаурму, обязательно просто кладу внутрь такой острый перчик, хотя я не любитель острого, но в данном случае это получается невероятно аппетитно и вкусно. Обязательно попробуйте, покупайте такую баночку, ее вам хватит буквально, не знаю, на год, может быть, смотря сколько раз вы будете, конечно, делать, но реально очень экономно, но вкусно. Также у меня в вспотевшей такой баночке лежат маслины. Мы специально берем в таком большом размере, чтобы 100 раз не бегать. Я люблю, я кушаю, могу на завтрак, обед и ужин кушать маслины. И в мукбанках часто тоже использую. Они в воде и не портятся, очень удобно. Раньше покупала маленькие такие упаковочки консервированные, но они буквально на один мукбанг мне хватали и все. А потом решила брать, так и экономнее получается, и много, и один раз купила, и уже не запариваешься по этому поводу. Смотрите, что у меня есть. У меня есть чеснок. Если бы от чеснока не была бы такая вонь, я очень часто бы кушала чеснок. Многие путают, вот я часто говорю, что я лук не люблю, но вот чеснок я просто обожаю. Дальше у нас в холодильнике такие штуки, чтобы украшать тортики, всякие, не знаю,
сладости. Это белый шоколад, насколько я знаю, просто вот в таком формате очень классно получается, когда какое-то изделие буквально самое простое вы приготовите, украсите такой красотой, и уже получается интересно. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что мой обзорчик вам понравился. Жду тоже таких видео, снимайте. У нас, кстати, очень старый холодильник, ему, наверное, где-то 15 лет, и он испытал определенный стресс, не знаю. Мам, можешь не послушивать? Это мама. В общем, это у нас старый холодильник, ему около 15 лет, и он испытал конкретный стресс, что около 15 минут он был в открытом состоянии. Но ничего, дорогой мой, ты уже стал звездой, так что чем-то надо жертвовать, как-то надо стараться. В общем, на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита, всем! Очень приятного аппетита. Ну, просто так.